По поводу вот финансовой части группы, нас во многом спасает, ну, помогает то, что есть люди, которые покупают музыку нашу за границей. Платят вам авторские? Ну, нет, это вот цифровые магазины, да, те же iTunes, Amazon, Spotify. Вот Spotify — это вообще для меня такое очень, ну, что-то необычное, потому что это стриминговый сервис, на котором, если люди слушают музыку, просто, ну, даже бесплатно, то есть там все равно за каждое прослушивание что-то капает музыкантам. Да, хотя есть много людей, которые по-прежнему покупают музыку, особенно в Америке. Это вот, ну, первая страна, которая там, с которой больше всего такой инициативы финансовой. Вот. Ну, помимо этого, у нас есть концертная деятельность,